Сегодня 1 марта, и я в первый раз в этом году села что-то планировать. Но вообще, да, январь и февраль как-то под девизом «Плывем по течению» прошел. И одно из каких-то выхлопов этого девиза стало отсутствие рефлексии за февраль. Что не самая классная вещь на свете, потому что очень сложно понимать, куда ты движешься. Но мы сейчас будем все планировать, писать и вспоминать, что я делала в феврале. Есть вещи, которые хотелось бы вспомнить, что я делала раньше, и вернуть это в свою какую-то рутину, в свою жизнь, потому что очень классно. Очень классно просто понимать, что ты очень весело живешь. Кстати, сделала маникюр. Не обращайте внимания на плинтусы. Это у нас было подозрение, что ванная протекает, душевая кабина точнее. И мы проверяли, сыро ли под плинтусами. Это было 2 года назад. Но мы вернем когда-нибудь. Я только что вспомнила, что мне нужна новая фотография на студенческий, поэтому мы быстренько накрасимся и я уже хочу есть. Thank you.
обольщаюсь сильно, они все равно спадут. Самое радостное из этого всего, это то, что я купила клубнику. Пахнет чем-то. У меня замороженная цветная капуста, которая уже растаяла тут с утра. Вот знаете, вот эту штуку, когда ты снимаешь важность события, все происходит идеально. Это я к фотке веду. Самая лучшая фотография в моей жизни. А на паспорте, как я... Мне назначили пить железо, и чтобы оно хорошо усваивалось, мне сказали запивать его апельсиновым соком. Я купила попкорн соленый, холли корн. У них есть очень вкусный попкорн, обычный, просто сладкий, с шоколадом. Очень вкусный, но я его задок. The star of the show. Какая она хорошая! Чуть не придавила ее, конечно. Лук. Овощи, фрукты всякие. Очень хочется, но мы не будем обсуждать, какие дорогие яйца. Купила специально вот эти штучки, потому что любит моя мама. И она приезжает скоро. И все. Доброе утро. Сейчас в моей квартире просто невероятный хаос, и это самое реалистичное после студ весеннее положение вещей. Но я зачем-то провалялась все утро с книгой и вообще не рассчитала время. Поэтому сейчас я просто в бешеной суете собираюсь. Мне привезли еду. Кофе. Я его еще такое не пробовала. Надо посмотреть, как он будет. Выглядит очень красиво. Сырники я собираюсь есть прямо отсюда, потому что у меня нет времени все это раскладывать. Кофе почему-то не дрипуется так, как надо. Я не знаю, но пахнет вкусно. Сегодня такой немножечко суматошный день, я сейчас бегу в институт, мне позвонили, что нужно срочно написать какое-то заявление, и мне нужно заказать материалы для проекта, который в пятницу, и мы его только-только начали делать, и надеюсь, что я все успею, и что я сдам хорошую работу. А еще сегодня приезжает Амина из Питера, и мы с ней идем куда? В Скуратов. И я очень-очень-очень рада. Я прям жду не дождусь. Это самое яркое событие за сегодняшний день. Чтобы вы понимали, что происходит. Я оплачиваю коммуналку, одновременно с этим покупаю материалы, одновременно с этим завтракаю, и у меня еще на фоне последний из Магикян. Ну, комфорт, друзья. Надо же картошку еще мариновать. А, что проехать? Просто сюда складывать. Я хотела Катя, я сниму, как ты снимаешь его. Мы приехали к Инессе. Пестрецы!
гигантской командой. Ура! Полетели! Девочки готовят. Девочки готовят, мы немножечко не притрагиваемся, чтобы им не мешать. Алиса, давай. Расскажи. Я очень рада здесь быть. У меня вчера была последняя пара в университете. В этой жизни. Аминь. Я всех люблю. Хорошего дня. В смысле тоже? Алиса? И мы идем. Мы возвращаемся. Готовы к дропу? Наши берега. Постучалась ночь, боль нежданная. Вот она, любовь окаянная. Я немножко опаздываю, но хотела показать, прежде чем мы выйдем. До. Потому что я иду в парикмахерскую. Такое вот радостное весеннее обновление, хотя погода вообще не радостная. Нет, я не была у парикмахера целый день. Я не успела, потому что я приехала на пары. Но посмотрите, что мы сделали сегодня. Я не знаю, как моя чёлка выживает в данных обстоятельствах. Нынешней погоды, но она пока держится, пока нормально, пока ничего. Конечно, не идеально, но вообще я думала, что я буду думать о чёлке дольше и усерднее, а по факту я просто за несколько дней, ну, может, за неделю до парикмахерской начала обдумывать какие-то изменения в прическе и решила, что это будет, скорее всего, чёлка. Но я не хотела делать её прям такой. И я просто, по-моему, за пару дней до похода в парикмахерскую решила сделать такую. И не дала себе времени подумать. Хотя это для нас, девочек, не маленькое решение. Но ничего, мне нравится. Может, так и надо делать со всеми вещами, да? Не давать себе отговорить самого себя, а просто сделать, потому что хочется. Я пошла смотреть.